Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарнодаям Гопиджану Самаюктам Биндаванам Манохарам Банча Калпатару Васяки Пасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишнабхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтагирим Джатки Патамханг Банди Парамананду Мадхавам Бриндавай Тусидеббхай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудир Шанкиртане кишна катхопадеш Гаурия патрашья пракаса неча Шадану ракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагод барну Дейям сада парибхавагнам авиштадухам Тетхас падам сива виранчанутам сараньям Витаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ятпада паллавана качандамани чатая Биспуржитакамапикапавадусвадарши Пурнанурагра сусагра сарамурти сарадхика мейкада кипам кароши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджану Ламбита Бхужау Канака Бодато Шанкиртанай Капитару Камала Йатакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде жагат прия кару каруна бутару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тавапад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диппарупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара вибушихи топам бхагам Нараяно прияманонго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хидай самбид Твам нишинга махам бхаджи Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Сварирам басу вигьянам карма гунан асуна Дхарвет гурвартхи жасту са сишьяха найтарасритаха
Sariram vasu vijnanam karma gunan asuno gurvarti dharve jastu shasishya na itarasritaham. Gaurya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, Gaurya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что что, не открыв сердце полностью Гурудева, мы никогда не сможем обрести полное благо. Что значит такое частичное предание? Это вопрос полного самопредания, вопрос того, что вам полностью предались лотосным стопам Гурупад Падме. Это вопрос полного предания Гурупад Падме. Все, что у нас есть. Почему все? Как я могу? Кто-то может спросить, почему все, как мы можем, будем жить дальше, но это глупый вопрос. До тех пор, пока вы не что-то оставляете скрыто от Гурудева, этим вы призываете опасность в своей жизни. Все, что вы оставляете себе, то есть то, что вы не открываете Гурудева, это в итоге приносит опасность в вашу жизнь, говоря искренне. Если мы не нишкинчен, мы не можем совершать харибаджан, кришнабаджан. Если мы не полностью предались Гурудеву, не стали нишкинченом, это главное. Многие как-то игнорируют это, если мы не готовы достичь того уровня нишкинчан бава. В этом случае Кришна Бхаджан невозможен. Кришна Бхаджан возможен только тогда, когда я готов предаться полностью. Когда я готов предложить Гурудеву все, даже свое тело и ум, все. Когда я достигну этой нишкинчан бхавы, только тогда и только тогда Кришна Бхаджан станет возможен. Нанда-нанда Кришна Бхаджан. И поэтому Кунти Деви говорит. И вот Кунти говорит, люди не могут познать тебя. Только нишкинчаны, они могут узнать тебя, иначе это невозможно. Нишкинчан значит все. Мы должны посвятить лотосным стопам Гурупад Падме Кришне, как Шрила Прабхупад, он нишкинчан. Можно подумать, как это возможно. Шрила Прабхупад построил более 60 храмов во всем мире. Но Шрила Прабхупад говорит, я нишкинчан. У меня ничего нет. Это невозможно. Поскольку если мы оставим что-то себе, то в этом случае мы пригласим какие-то проблемы в нашу жизнь. Да, так и случится. И если мы предадимся полностью, без остатка, лотосным стопам Кришны, то как мы будем жить дальше? Такого вопроса не может возникнуть,
поскольку это ответственность Кришны, чтобы спасти нас. В тот день я говорил Дашакшар мантра. Не знаю, получили вы или нет, это десятисложная мантра или восьмисложная мантра. Эти мантры очень могущественны. Но когда вы хотите, вот Брихат Бхагаватамрите говорится, что если вы хотите повторять эту мантру, перед тем, как начать, нужно есть определенная процедура. Вначале Апракрита Камадев, трансцендентный Камадев, Нанданандан Шри Кришна, мы должны понять значение этой мантры. Каково значение мантры? На санскрите звучит как мантра артха чинтана, то есть размышление о сути мантры. Второе, мы должны медитировать, и совершая повторение этой мантры, по милости Гурупадпадме мы можем видеть полностью эту мантру девату, то есть того, кому посвящена эта мантра. Это не шутки. Только по милости Гурупадпадме мы можем увидеть мантру девату. И тогда мы должны продолжать медитировать на лотосные стопы трансцендентного Камадева. Дьяну совершать должны потом. Мы должны предаться полностью. И потом Шаранагати, Гоптритвиваран. В любой ситуации Кришна спасет нас. И вот все эти вещи, если они исполнились в нашей жизни, если мы эти все условия удовлетворим, то можно получить подлинный даршан мантра деваты. И вот если я предам все полностью и со всем, что у меня есть, это не значит, что я помру. Кришна, несомненно, позаботится о нас, но люди, они превратно понимают, думают, зачем все давать Гурудеву. Но если вы что-то оставите себе, то ложное эго возникнет в вас. Обусловленные души всегда какое-то ложное эго возникает. И это станет препятствием. Когда наша речь, наше мировоззрение, видение и все остальное, что мы делаем, наш сон, наши слова, наша еда, когда все будет находиться под контролем Гурупадпадмы и Садгуру, то тогда мы будем находиться в безопасном положении. Но перед этим мы не можем сказать, что мы достигли какого-то безопасного уровня. Большинство людей среди всех, если я не... И вот среди почти всех людей, 99, которые получают дикшу, 99% не понимают, зачем они получают дикшу садгуру или асадгуру. Многие не понимают, не имеют представления об этом. И вот первое то, что когда мы обнаружим в нашей жизни, что наша жизнь, она не вечна. Видя, что наш отец, мать умерли, или друзья, или соседи,
все, что мы видим. В этом материальном мире все наши материальные все отношения, они корыстны. И никакой отец не может сказать, что он, у него отношения с женой полностью лишены всякой корысти. Но такие чистые отношения они невозможны, очень сложно. И много раз я говорил, Шрила Прабхупада тоже говорил, даже и вот Шрила Прабхупада говорил, что если вот посмотреть на такие, на наивысшие, на эталон любви, материальной любви, которые в материальном мире считаются хорошим, да. Это, например, Ромео и Джульетта или Нала Демаянти в Махабхарате описывается. Если их читать, они полны страданий, их отношений, но все же они любили друг друга. Но все же нельзя сказать, что их отношения полностью чисты, находясь на материальном уровне. Такая любовь невозможна. И когда мы преодолеем этот телесный уровень, когда мы почувствуем, что мы вне этого тела, и тогда, и только тогда это возможно, поскольку в этом случае мы обнаружим отношения между душой и душой, а не телом и телом, но в материальном мире мы вот подвергаемся всем этим материальным отношениям. Но что делать, поскольку мы живем в этом материальном теле? И вот Шрила Прабхупада много раз говорил, что мы не должны совершать ошибок. Кришна Бхаджан возможен с помощью чистой души. Если мы думаем, что находясь в этом теле, мы можем поклоняться Бхагавану, то это не совсем так. Шрила Прабхупада говорил, что Кришна Бхаджан — это вопрос о пракрита дехе. Кришна Бхаджан связан с трансцендентным телом, а не с материальным. Но мы запутаны в этом материальном лимите. И вот первое, мы не готовы принять это. И вот первый лимит. И вот я в своей жизни никого не видел, кто мог бы, хотел бы избавиться от всех этих ограничений. Мало кто осмеливается. Все хотят оставаться так, как было. И мало кто даже способен рассказать вам об этом. И многие боятся сказать правду, поскольку пожертвованиям в этом случае же не будут давать разобраться, что и что и что. И вот Кришна Бхаджан — это вопрос чинмой дехи, трансцендентного тела. Кришна Бхаджан может совершаться трансцендентным телом, а не материальным. И вот, не знаю, у кого вы получали дикшу, но в процессе повторения мантры, вот вначале нужно следовать пяти правилам, что такое мантра, какое значение мантры, поскольку медитация и остальное я сказал, что нужно делать, нужно быть осторожным. И вот вопрос дикши может возникнуть, и когда им тогда, когда надоест этот материальный мир, конечно, мы тут живем, но если мы не присытились, не надоело все материальное, то до тех пор
вопрос о дикше не возникает. И вот тогда, когда уже вы присытились, а если вы до сих пор вы стремитесь к мирским наслаждениям, к этому материальному миру, то какую-то дикшу получать рано еще. Тогда, когда уже вы надоело, у вас уже пропал всякий вкус ко всему материальному, то тогда вы можете искать милости Садхгуру. И в этом случае вы можете попытаться предаться полностью, но не перед этим, поскольку если вы не обнаружите себя в опасности, как в случае наводнения, мать не может защитить ребенка. Вот в Индии часто так бывает. Наводнение внезапно вот смывает деревню, мать пытается спасти ребенка, он уплывает, мужа тоже унесло. И вот кто кого может спасти в такой ситуации. И это подобно нашей материальной жизни. Все наши, вся майя, вся наша материальная жизнь, это все майя, она нас как сносит. И нам нужна поддержка, нужно спасение, как мать, если вот ее снесло и всех родственников потоком, и вот ее тоже несет вот этой водой, вдруг она видит баньяново дерево, его ветви, которые свешиваются, и вот она хватается за ветку этого баньяново дерева. И вот наша ситуация подобная, то, что мы полностью беспомощны. И Гурупада Падма приводил этот пример, он говорил одним словом, пословица точнее, что спасение, а то, что тонущий хватается за соломинку. И вот эта мать. Вот эта мать, она так или иначе пытается как-то схватиться за это баньяново дерево, за его свисающие ветки. И таким образом спасается и в тот день. Даже не в день, а в тот момент, когда вы почувствуете, что вы полностью беспомощны. Что поток майя, он сносит вас. И кидает в океан бесконечных страданий. И в тот момент, когда вы осознаете, то тогда ваше принятие прибежища лотосных стоп Садхгуру, но станет возможно, иначе частичным преданием, еще чем-то частичным, невозможно достичь полного блага. Так или иначе, сегодня день явления великого Гуру Паршада Шрила Гопалбхата Госвами. И в тот же день, и также сегодня Тирабхавтитхи Рамачандра Кавираджа, дражащего ученика Гопалбхата Госвами. И вот мы хотим, я не буду рассказывать историю, расскажу о Сиддханте. И вот этот великий гуру Паршад родился в Шрирангам. И вот есть 8 Вайкунт. И явились в этом мире, чтобы спасти нас. И вот Бадрика, это Бадрикашрам, Рамешварам, Айодхья, Шрирангам в том числе, остальные, Наймишарани, это восьмая Вайкунтха.
И вот они явились, чтобы спасти нас, соответствии с нашими склонностями, вкусами. И вот они явились в различных местах. Они вечно там пребывают, и вот Шри Рангам. И вот его отец, Венкат Бхатта, Тирумала Бхатта, его дядя, и другой дядя, его звали Прабхутананда Сарасвати Пад. И вот вопрос возникает, почему Прабхутананда Сарасвати Пад там, поскольку имя Прабхутананда Сарасвати говорит, что он находится в отреченном укладе жизни. Ну, в отреченном укладе, но это не следует забывать, что это Вайкунха, обычное правило, что когда кто-то принимает саньясу, ему нужно уйти, разорвать всякие связи с семьей. Такого правила, поскольку майя очень опасна. Майя настолько опасна, что если можете жить рядом, можете увидеть свою жену, детей, родителей. Если вы хотите, но если человек принял отреченный уклад жизни, то ему их не нужно видеть. И вот во время Гуру Пранимы я расскажу о великолепии отречения Шримана Махапрабху, как это возможно, что Махапрабху избегал лично при Деви, мать Сачима и остальных. И ночью, зимой, постепенно он вот вышел из комнаты, он уже попросил разрешения Вишнупри. Он мог уйти в тот день, и никто бы не узнал. И вот когда он вышел из комнаты на берегу Ганги, это называется Нидоя, вот на Рудрадвипе, там Гуранга Махапрабху, он прыгнул в Гангу, в холодную воду Ганги ночью. Это уже ближе к восходу было, около 4 утра, и вот он переплыл и вышел с той стороны, и так в мокрой одежде пошел в Катву. И вот эта разлука была очень плачевна, болезненно, очень плачевна. И Прабхутананда Сарасвати Пад, кто-то может подумать, что он что-то неправильно сделал. Но смотрите, Прабхутананда, он был саньяси, он был отреченный, лучший из отреченных в Шри Сампрадай. Было место Вайкунтхой, и вот поэтому он решил жить там дальше. Не потому, что дом у него там был из-за этого, а из-за любви к Ранганатху, но не дома, естественно. Еще была скрытая причина. И вот Махапрабху в процессе своей южноиндийской проповеди, он пошел туда. И вот в Шри Рангам Махапрабху отправился в храм. И в этом храме Махапрабху танцевал. Эти южноиндийские люди никогда не видели, что так танцуют. Что это вообще возможно, они не могли даже представить, когда Махапрабху танцевал. И вот все преданные в Южной Индии, они были удивлены, кто он. Он, кто Ранганатх, он или он. Ранганат был внутри храма, но не видели в Махапрабху Ранганатха, как он танцует. И вот Венкат Бхатта был там случайно.
он хотел как-то помочь Махапрабху. Он как бы сдерживал публику, чтобы они его не мешали. И потом Махапрабху, когда закончил танцевать, пошел, поклонился Ранганатху, и Венкатбата прикоснулся к его лотосным стопам и с полным уважением принял пыль с его лотосных стоп себе на голову. Махапрабху обнял его и попросил, чтобы и попросил Махапрабху. Вот и потом Махапрабху, он попросил, чтобы тот пришел и принял просад в их доме. И вот наш, и в то время этот Гопал Бхатта Госвами, ему было около 7 лет, он был еще ребенком, и Гопал был очень счастлив видеть Махапрабху. И после этого Махапрабху, приняв просад, он позвал, он дал остатки своей пищи ему, и вот Махапрабху, дав ему остатки своих, своей пищи, он дал намек, что тот будет следующим ачарьей, как в случае с матерью Вриндавана Тхакура на Нараяни. Мать Вриндавана Тхакура на Нараяни, ему было 5 лет. И вот Махапрабху тут тоже, когда принял просад, отдал остатки пищи ей, или ему, вот не расслышал. Вот это было тоже указание, что тот вскоре станет ачарьей. И Махапрабху даже дал прему Нараяни. Он Нараяни, ты можешь плакать о Кришне, и она начала плакать. И вот что же невозможно, все возможно, что же невозможно для Махапрабху. И вот Гопал Бхатта Госвами таким образом получил намек, знак от Махапрабху, что он вскоре станет ачарьем, ачарьей. И вот Венкатбхатта попросил Махапрабху, что сейчас Читурмаса начинается Шаяна Экадаши. Почему бы тебе не остаться в нашем доме? Махапрабху согласился, и каждый день Махапрабху ходил на даршан к Ранганатху, и в то же самое время была сокровенная причина, поскольку Махапрабху хотел сделать их преданными, Гауди преданными, и Гопал Бхатта Госвами. Тем временем у него не было посвящения. И вот Гопал, тот маленький Гопал, он не был, не получил посвящения еще, но он был, получил посвящение Брахма-гаятри. И как это было возможно для Гопала получить даршан, получить урок от Прабхупады Сарасвати, поскольку никто сейчас не думает об этом, но если задуматься, что в то время было строгое правило, что не получив Брахма Гаятри и Дикшу, мантра Дикшу, никто не имел права изучать Писание. Но сейчас таких этому правилу не следует, но в то время было очень строго, что не получив Брахма Гаятри, не получив дикшу, вишну мантру, никто не имел права изучать Писание. Но если кто-то изучал без дикши, то никакого успеха не достигал. Но и с другой стороны, можно посмотреть, что кто-то мог получить посвящение в прежней жизни.
как в случае с Шрилой Прабхупадой, ему в возрасте 7 лет он написал. В общем, что-то написал, которое не было, что дети в его возрасте не могли написать. Даже пандиты восхищались то, что он сделал. Шрила Прабхупада смеялся. И вот Шрила Прабхупада... В общем, он выучил за 3 дня то, что обычно год учили. И он сказал, что моя цель не стать пандитом, а стать преданным. В общем, они спорили, и в итоге Шрила Прабхупада отказался от этого пандита. Вот, будучи ребенком, сказал, что не буду вас учиться, поскольку вы не знаете цель образования, зачем я получаю это образование, что толку от него. И вот, в общем, он с ним поругался и перестал учиться у него. И вот Гопал Бхатта Госвами, поэтому, был, несомненно, он получил уже посвящение Брахма Гаятри и прочее. У Прабхупады Сарасвати Пада, скорее всего, но не дома, конечно, на берегу Кавери или в храме Ранганатха. Они были очень влиятельные вайшнавы. Я могу показать вам, если вы будете в Вриндаване, я могу показать, что множество брахманов, их семьи, и вот, в общем, они живут в храмах вместе с семьями своими, детьми, женами и прочими. Но саньяси там отдельно живут. В общем, где-то он получил дикшу, но явно не дома. И вот Махапрабху, он согласился находиться в их доме 4 месяца, это Читармаси. В то время Читармаси очень важно. Большинство людей в храме Ранганатха. И вот эти вайшнавы Шри Сампрадая, они, видя Махапрабху, изменили свое сердце, и в этих в процессе этих 4 месяцев Махапрабху говорил о Кришне Катху, обсуждал философию с Венкатбатой, Тирумалбатой, с Тирумалбатой. Но они не были Кришна Бхактами, они были преданными Нараяны, Ранганатху Нараян. Он не Кришна. И вот, соответственно, преданные они там не Кришна Бхакта, а Нарайна Бхакта. И вот Махапрабху шутил с ними, с Венкатбатой, в частности, что мой Господь Кришна, Махапрабху, говорит, что мой Господь Кришна находится в Вриндаване. Почему ваша Лакшми? Зачем ей общаться с Кришной? Какова причина? И вот, ну, шутя, Махапрабху сказал. И вот они, и вот ответ был такой, что Нарайна не отлично от Кришны, в чем проблема? И то сказал, я знаю, но хочу спросить, почему. И вот так шутя они говорили, и в итоге их сердце было полностью расплавлено, и они решили совершать Кришна-бхаджан, что это более насыщенно, более прекрасно. И вот если кто-то задал вопрос,
поскольку во время, когда Махапрабху уходил из их дома, я уже написал книгу о том, что Пракашананда Сарасвати и Прабхудананда Сарасвати — это совершенно разные люди, и привел множество свидетельств. Большинство людей во Вриндаване и прочих местах, даже в нашей сампрадае, многие спорят с этим, что это один и тот же человек, но я доказал научно, что это совершенно разные люди. И вот кто-то задает вопрос, что когда Махапрабху ушел из их дома, и уходил из их дома, то почему вот этот Прабхудананда там был? Почему так случилось? То там говорится, что Венкатбата, Тирумалбата и Прабхудананда и Гопал. Все не плакали, когда Махапрабху уходил. И может быть так, если Махапрабху пришел в мой дом, попытайтесь понять. Если Махапрабху пришел в мой дом, то я пойду туда. Пусть люди критикуют, это мне все равно, поскольку то место, куда приходит Махапрабху, это Вайкунха. И вот если Махапрабху пришел бы ко мне домой, я тоже побежал бы за ним, хотя и саньяси. И если Махапрабху находится там, то это завес уже Вриндаван, Вайкунха, и что плохого в этом. Если Махапрабху отправится в ад, то я же пойду за ним, или пойдет какую-то проституточку, но я тоже пойду за ним. Я знаю, где, поскольку где Махапрабху, там есть Вайкунха. И когда Махапрабху был в замешательстве, он спросил Нитянанда, обманул его. После принятия саньяси он прибежал, и эти мальчиков подговорили, чтобы они сказали Махапрабху, куда идти, в сторону противоположную от Вриндавана. И вот Махапрабху пришел, спросил, они сказали туда. В итоге он пришел на берег Ганги, начал принимать омовение с полным восхищением. И Адвайта Гасайя там появился, и он спросил, откуда вы знаете, что я во Вриндаване? Махапрабху спросил. И тогда Адвайта Гасайя сказал, хорошо, что вы пришли из Ганги. Но я думаю, что это Вриндаван, да, но Нитянанда никогда не говорит лжи, поскольку где бы вы ни были, куда бы вы ни шли, это есть Вриндаван, поэтому все правильно, хотя вы на берегу Ганги. И Адвайта Гасайя сказал, что ты принял омовение в Ямуне, так не переживай, вот в том месте, там, где, там рядом сливается Ганга, Ямуна и Сарасвати, вот Сарасвати, она как бы не всегда. Поэтому считаю, вот где он омывался, один берег считается Гангой, другой Ямуной. Поэтому с этой точки зрения все правильно было. И таким образом, после благословения, Махапрабху получил разрешение. Он поговорил с Венкатбатой, чтобы тот не женил этого мальчика. И тот сказал, что ты, когда он повзрослеет, отправь его во Вриндаван, совершай баджан, и Прабхудананда Сарасвати, он уже принял саньясу, и где жить, он был великим бандитом. И вот он ушел, и Махапрабху, вот когда он ушел, то тоже ушел во Вриндаван, но Гопал еще нет. Махапрабху дал наставление Гопалу, что твой отец и мать, они великие преданные,
после того, как они оставят свое тело, ты отправляйся во Вриндаван. Махапрабху увидел, что они вскоре оставят тело. И вот после того, как отец с матерью умерли, Гопал Бхатта Госвами, он собрался идти во Вриндаван. И Махапрабху уже говорил с Рупой и Санатаной, что Гопал вскоре придет. И вот там Рупа и Санатана, они приняли Гопала как своего брата, обняли его, были очень счастливы встретиться с ним. И вот они организовали какое-то место рядом, чтобы он жил там. И вот Рупа Санатана был, жил с Санатаном в мандире. В этом смысле, Радха Дамодар Мандире. Другой жил Радха этого. Ну, в общем, поблизости там все жили. А другой в Мадан Махан Мандире, а третий там, в общем, там поблизости все. И вот Санатан Госвами, Руб Госвами, Гопал Бхатта Госвами, они большую часть времени они ходили по Вриндавану. Мы знаем, что как Рупа Санатан Гопал Бхатта Госвами, он ходил по различным местам Вриндавана, я могу показать. И вот там перед Нандаграмом, и вот есть Нандаграма и Варшана. Там около 80 километров расстояния. Есть место между ними Санкет. И в Санкете есть Баджан Кутер Гопал Бхатта Госвами. Там место, где Радха Говинда являются валилы. И вот Гопал Бхатта Госвами, он тоже ходил по разным местам. Но суть в том, что большая часть времени Гопал Бхатта Госвами находился в Радхараман Мандире. И поскольку там было 12 шалаграммов, и вот в этом в сумке Гопал Бхатта Госвами было 12 шалаграммов, он набрал их с Кали Гандаки, это в Непале. Там, где Бхарат Махарадж совершал баджан. И вот так, как Локунат Госвами, он их с собой носил, и в итоге что случилось? И вот там был какой-то... И вот то, что сейчас называется Радхараманом, его потом построили. И вот когда мы входим в коридор Радхарамана, еще не в храм, там коридор, то слева можно найти место, где Радхараман был обнаружен. Там дерево. Под... Там под деревом. Там... Вот там этот был изначальный Баджан Кутир Гопал Бхатта Госвами, а чуть в сторону. И вот там Баджан Кутир его. А чуть дальше Самадхи Мандир Гопал Бхатта Госвами. И вот он поклонялся 12 шалограммам, но в процессе своей сева он был
он хотел совершать служение Радхараману в уме, в своем сердце, но Радхарамана не было. Он был в форме шилограммов и один богатый человек, очень богатый. Он начал раздавать одежды, украшения, все, что нужно для божеств. И вот там в том раздавал всем храмам, храмов было не так много, и вот он хотел дать ему золотые украшения, очень дорогие, и Гопал Бхатта Госвами подумал, что если бы у меня было божество, я мог бы служить ему этими украшениями, но сейчас у меня эти божества в форме шалограммов, что я им могу предложить, и вот. И вот он уже собрался прийти к нему, и тот думал, что у меня одни шилограммы, как это можно, что с ними делать. И тем временем он все эти 12 шилограммов положил в медную емкость и корзины накрыл. И вот он после завершения поклонения так их хранил. И в тот день он чувствовал какую-то боль. Он думал, что если бы у меня был Радхараман, я мог бы служить ему с помощью вот этих украшений. И потом он, когда начал арати, повторив аник, он открыл свою корзину. И там увидел, что все эти 12 шилограммов, они объединились в одно божество. И вот такого Радхарамана, они превратились. И вот он был восхищен, видя это. И вот даже сейчас, если вы не верите, если заплатить денег этим пандам, они покажут, что сзади у него признаки шалограммов. Впереди не видно, если сзади посмотреть, то видно, что как будто кто-то эти шилограммы сплавил в одну форму. И вот новость распространилась подобно ветру. Что говорить о Рупе Санатане? Они даже пошли посмотреть. И вот Джива Госвами, они были очень счастливы видеть. И вот они организовали большой праздник. Это день был Вайшака Пурнима. И вот сейчас этот Вайшаки Пурнима в месяц Вайшак можно увидеть, что они большие фестивали проводит в этот день. И вот он был очень счастлив, танцевал день и ночь, и вот Бхагаван так может ответить в соответствии с вашим настроением. И вот Бхагаван может ответить вам в соответствии с вашей бхавой. И вот после этого Гопал Бхатта Госвами, подробно не буду говорить, поскольку еще день явления другого великого вайшнава. И вот он каких-то своих учеников занял служение, потом из Сахаранпура пришел мальчик, его звали Гопинат. И вот он когда-то был в их доме, родители плакали, что у них нет детей, и тот благословил, чтобы у них появились дети. И тот отец сказал, что первого сына я тебе подарю. И вот поэтому, тот, когда родился первый сын, его вскоре отправили к нему. Имя Гопинатх ему дали. И тем временем наш Шринивасачарья, Шринивасачарья, он также
получить дикшу от Гопал Бхакта Госвами. Когда Шринивасачарья отправился, туда он получил посвящение от Гопал Бхакта Госвами, и таким образом Гопал Бхакта Госвами день за днем ее он увеличил такое как количество служения, и он сам погрузился в и на самом деле достаточно давно Гопал Бхакта Госвами он был великим пандитом, как Прабхупада Сарасвати. И вот он получил дикша мантру от Прабхупада Сарасвати в Камьяване. Гопал Бхакта Госвами он получил не Брамагат, еще что-то после этого, от Прабхупада Сарасвати в Камьяване. Камьяван был очень хорошее место для него, чтобы медитировать, писать. И так или иначе, он был очень заинтересован в том, чтобы составить очень важную книгу о Смарите Шастрах Шрути, вот то, что пришло от Брамы, а другое Сатананта Дева Смарите. Это Агама и Нигама. И так или иначе, и вот он хотел составить Смарите Шастра. И эта шастра дает нам знание о том, что нужно делать, что не нужно, и прочие подробности. И в этом отношении я хочу сказать, что смотрите, среди шастра, написанная Ману Махараджем, Ману смотрите, вот так вот, такой толщины, даже поднять тяжело. И Ману, он дал все наставления о том, что делать, что не делать для домохозяев, для отреченных, брахмачари, саньяси и всех остальных. Как же вести жизнь домохозяев, совершать баджан для обычных людей, которые так живут, для них тоже вот много правил. Ману, смотрите, вот то есть правила и предписания для нашей жизни. И вот Гопал Бхакта Госвами был очень заинтересован в этом, и вот написал все это, вот это все, смотрите, шастру, и он вспоминал что-то и записывал. В то время это было древнее, этих блокнотов не было, и вот он где-то записывал на Боджапатре. В общем, на каких-то листьях писали. И вот он начал писать такую небольшую книгу. И вот он также написал о Хари Бхакти Виласу. Эта книга составлена Санатана Госвами. Это правильно. Гопал Бхакта Госвами большую часть из нее сделал по указанию Махапрабху. Санатан Госвами, он был, хотел написать эту книгу. И в общем, написал ее. И даже описано, что Сандарпа, шесть Сандарп, Приди Сандарпа, Кришна Сандарпа, Параматма Сандарпа, Бхагават Сандарпа, все Сандарпхи. Это суть всех шастр.
Это тоже было составлено Гопал Бхаттой Госвами. Никто не знает. Кто они, как понять, поэтому, поскольку не знаем мы в запутанности, есть только четыре или шесть слог были написаны Рупа Госвами. О Аштакаля Лиле. Но вся эта Аштакаля Лила была написана Кришнадаской Враджем. И вот как это возможно? Только несколько шлок. Вот написано это Рупа Госвами, остальное Кришнадаской Враджем. И на основе этой Аштакаля Лилы Кришнадаска Вираж Госвами все остальное написал. Они все из вечного мира. Почему они не могут написать? Почему нет? Поскольку это про... И вот четыре шлоки, только Бхагаван дал только четыре шлоки Брахме, ну как это было для Брахмы, это все раскрыть в 18 тысяч шлок. И вот Бхагаван дал ему Бхагаватам в форме семени. И если у нас есть наша сила баджана, то мы с этого семени можем прорастить огромное дерево, как вот баньяново дерево некоторое. Некоторым тысячи лет в ботаническом саду в Калькутте на берегу Ганги там. Есть очень древнее баньяновое дерево, где его корень уже не найти, оно разрастается так и целый лес. Если в Наймишараню пойти, то там тоже баньяновые деревья. Или в Аллахабаде, или еще. Есть места, где растут там эти древние деревья. И вот если задам вопрос, каково, где начало этого баньяного дерева, сложно найти, оно выросло из семечка, но уже очень сильно разрослось, и где начало уже непонятно. И вот в науке говорится, из причины и следствия они взаимосвязаны. Если нет причины, то и последствия не будет. Начало должно быть, может, каком-то в каком-то тонком виде, в тонкой форме, но оно есть. Кто-то может сказать, что как Бог Солнца живет там, жарко. Огромная температура, но это глупо, поскольку мы сравниваем его с собой, что думаем, что все находятся в таком же теле, как и мы, но эти привидения, например, они в тонком теле, они могут находиться где угодно, могут проникать сквозь что угодно, такие те, кто находится вот на этом солнце, их тела соответствующие, те же мы из другого вещества состоят. Но, к сожалению, не все могут понять теорию относительности, что если что-то невозможно для нас, то это возможно для кого-то другого. Somebody can go to Surya Loka. So they can get
В общем, у всех разные тела, обладатели, обитатели различных планет, они разные. Глупо всех сравнивать с собой, кого-то, кого-то тела из воды состоит. И кто-то из воздуха состоит, и... И вот наш, ну это люди думают так, что из-за скудоумия, что все похоже на них. И вот Гопал Бхатта Госвами, и вот уже Джива Госвами Бхатта, это все эти сандарбхи он раскрыл и написал в том виде, в котором они сейчас. И вот когда Гопал Бхатта Госвами достиг Вриндавана, Махапрабху из Пурушоттам Дама, он отправил ему Гопину, Бахиравасу, Уттарию, то есть эту одежду отреченного, он сказал, чтобы это передали Гопал Бхатте Госвами, и поэтому у нас нет права спрашивать, где он получил свой отреченный уклад жизни. И глупо спрашивать у него такой вопрос. Когда Махапрабху стоял перед Санатаной, он одобрил. Это он буквально является его Веша Гуру. И вот он очень велик, что мы можем сказать о нем. Он великий преданный Гопал Бхатта Госвами. Он такой, такой великий Гора Паршат, которого Махапрабху, даже к Махапрабху, ему даже Гопину отправил. Махапрабху написал письмо, что Гопал приходит, он мое сердце. И попросил Рупы Санатану позаботиться о нем. Кто-то говорит, что тело И вот, в общем, разные люди говорят, что одна манджа или другая в том духовном мире. Но так или иначе, он служит Радхарани и Рада Говинде. И вот Махарадж сейчас будет говорить о великом преданном, о Рамачандре Кавираджа. Он великий преданный, такого великого преданного, о ком Наротам Такур, и он плакал, как его слезы текли, подобно дождю. И вот киртан такой, Рамачандра Санге Маги Наротама Дас. И вот сейчас вы поняли, каков он, каков великий преданный он. И другое, что сегодня день явления Парам Гурудева, Рамачандра Кавираджа, поскольку Рамачандра Кавираджа, он ученик Шринивасачарьи, Шринивасачарья, он ученик Гопал Бхатта Госвами,
Рамачандра Кавирадж, ученик Шринивасачарьи. И вот так или иначе, однажды они с очень знаменитой семьи, высокой семьи, роя их титул. И вот они жили в Катве, в Нарахари Саркара Паре, Джаджиграме. И вот я был там однажды в месте явления Шринивасачарьи Джаджигам. И в доме Шринивасачарьи. И Рамачандра Кавирадж родился в Катве, в Нарахари, чуть дальше. И вот там Нарахари Саркар Прабху, Нарахари Мукунда, Рагунандан Ачарья. Я был там не сейчас, но раньше я там был. Я был в доме Шринивасачарья, Баджан Кутири Шринивасачарья вместе с Саньяса Махапрабху. Но раньше я был, сейчас я не успеваю, я вот в то время. И вот там Баджан Кутири Шринивасачарья слева от станции Катвы, и там Рамачандра Кавирадж. И вот он женился, и на паланкине их несли. И вот, в общем, свадьба кончилась, и вот они возвращались домой, и вот Шринивасачарья сидел на веранде и говорил что-то, ну, что-то преданным, отвечал на вопросы. Тем временем Рамачандра Кавирадж на паланкине, он приезжал, и Шринивасачарья спросил, кто он такой, прекрасный человек, если бы он мог совершать Харибаджан. И вот он только сказал так эти слова Шринивасачарьи. Спросил, кто он так прекрасно выглядит, если бы этот человек мог совершать Харибаджан. Рамачандра услышал, что этот саду так сказал. И зашел к нему. Еще не зашел. В общем, он доехал до дома, потом пошел в дом к тому саду, садху, и пошел к Баджан Кутиру Шринивасачарьи. В общем, уже поздно было, он переночевал в доме какого-то брамана и уже с утра припал к его лотосным стопам Шринивасачарьи, помог ему встать, обнял его, сказал, что ты мой вечный слуга. Ты спаси меня, я не хотел жениться, но меня женили. И вот, в общем, он остался с ним, изучал шастры и прочее. И после этого, в итоге, он получил
разрешение от Гурудева посетить Гамхилу, Гамхила на берегу Падмы. Я был там, может, лет 20 назад. И вот когда народ там такого Шривасачарья и Рамачандра Кавираджа не совершали баджан, это граница там. От Махараджа никогда за пределы Индии не выезжал. Может, до границы доходил, где там какая-то программа происходила, но саму границу не пересекал никогда. И вот там это очень прекрасное место, Гамхила. И Шринивасачарья тоже совершал баджан там попозже. История долгая. И Нарутам Такур был там. И Нарутам Такур. И Рамачандра Кавирадж очень близкая дружба у них была. Я не могу сказать вам, это не вопрос лекции. И вот из-за какой-то причины Нарутам Такур побил Рамачандра Кавираджа с какой-то палкой, веником. И после этого, когда Нарутам Такур, он хотел совершить какое-то служение Шринивасачарье, он увидел Нарутам Такур, спросил, как, откуда у вас эти следы побоев на вашей спине. Вчера еще не было этого. Откуда эти следы Винникова? Ты не знаешь, ты побил меня, когда я вас побил, не бил. Ты не можешь, не вспомнишь. Вот этим утром тут был шокирован. О, я бил Рамачандра Кавираджа. И эти следы вот появились на спине его Гурудева. Понимаете, какая связь между гуру и учеником? Как Куреш и Рамануджачарья. И у нас такое практическое чувство должно быть, когда Харидас Такур был избит на 22 базарных площадях. То все эти следы появились на спине Махапрабху. Махапрабху спросил у Харидас, чувствуешь ли ты боль? Нет. А как ты можешь чувствовать? Смотри, что со мной. Это зовется Бхагаван, столь милостив он. И по милости, если кто-то угрожает нам, но Бхагаван, он всегда защитит нас. У нас должна быть такая непоколебимая вера в лотосные стопы Бхагавана, и тогда мы сможем совершать настоящий баджан. И таким образом, кто есть Шринивасачарья, он и есть Рамачандра Кавирадж, понимаете? Тот, кто Шринивасачарья, он Рамачандра Кавирадж, и это подлинная суть гуру в тот день. И вот когда мы видим Шрилу Бхактипрамодапури Дева Госвами Махараджа внутри, из своего сердца, то тогда вы станете достойным учеником такого садгуру.
И вот однажды Шринивасачарья совершал баджан Аштакаля Лилу. И в процессе своего баджана он пропал. Не было признаков жизни на его теле, в смысле из тела ушел. Все были очень беспокойны. День второй, третий прошел, он так сидел в медитации. И вот они были очень обеспокоены, думали, что Гурудев собрался тело оставлять. И вот они попросили Рамачандру, сказать, что он вас очень уважает, любит. Можете ли вы его назад вернуть? Мы не можем его беспокоить. И вот когда один вайшнав совершает баджан, нельзя его трогать его или мешать как-то. Он находится в медитации. И вот как-то вайшнав в медитации более ясно видят Радхакунду и прочие места, где не совершают парикраму, лучше, чем мы. Когда мы находимся физически там, вайшнавы отсюда могут видеть Джаганнатху, Баладеву, Субхаду. Не нужно физически там быть. Их видение очень ясное. И не могут видеть все. Но мы, к сожалению, еще не достигли того уровня, но это чудо. И вот Гуру Махарадж совершал Харибаджан. И вот я расскажу в день его явления или ухода, но сейчас кратко. Один человек, Барин Бабу, его звал в Калне, жил в Калне, но работал в Калькутте, на правительство. И в субботу он приезжал в Калну, потом в воскресенье на работу ехал опять. И вот для Гуру Махараджа он письма по дороге доставлял туда-обратно. И вот, в общем, так почтали нам служил для Гуру Махараджа. И вот аратия наша кончилась, Гуру Махарадж повторил харинам. И вот он повторял харинам, под чадрам держал мало, и так признаков движения никаких не было. Тем временем Задбарин Бабу пришел, зашел в комнату, позвал его, у Махараджа где? Тот не отвечал. И вот он уже ушел в свою медитацию, в итоге вынужден был прикоснуться к ноге Махараджа, сказать: «Махараджа, где вы?» Тот очнулся. Спросил: «О, вы пришли?» «Да, я пришел». И потом, в общем, они поговорили, и этот Барин Бабу спросил у него: «О, Махарадж, пожалуйста, не обижайтесь, не скрывайте ничего, скажите». «Я вот звал, вы не отвечали, вынужден был прикоснуться к вам, но когда я прикоснулся к вашей лотосной стопе, я почувствовал какое-то электричество, прошло через нее в меня». Вот какой-то доктор тоже рассказывал, я тоже чувствовал Гуру Махарадж, когда мне прикасался к моей голове, я чувствовал какой-то поток энергии электрический. Гуру Махарадж засмеялся и ничего не сказал, тот настаивал, чтобы тот сказал, что это, и тот сказал, что вся сила баджана, которая совершала, она вот ушла таким образом. И вот Рамачандра Кавирадж таким образом, он не прикасался к нему, не трес его, не заставлял там выйти из медитации.
он просто сел рядом. И тоже начал совершать баджан. Сказал, чтобы никто не беспокоил. И вот три дня он так сидел. И в итоге он тоже так ушел в медитации и достиг того места, где его Гурудев. Никто не видел никаких физических признаков этого. И, ну, люди их не беспокоили. И вот Рамачандра Кавирадж тоже ушел в то место, где был Гурудев, и увидел, что он ищет кольцо с носа, которое потерял Радхарани. И вот, если бы она пришла, эта Радхарани, без кольца в носе, это Джатила Кутила бы ее как-то отругали, и вот поэтому три дня уже, даже больше, искали, вот он. Тут, и вот он тоже, этот Шринивасачарья тоже начал, и он искал. И тут как пришел, увидел, что откуда в три дня уже не отвечает, ищет кольцо. И таким образом он так был успешен в том, чтобы вывести, вернуть Гурудева назад из тела, из медитации. И посмотрите, какое единство даже во сне, в бесконечной жизни, можем ли мы достичь такого высокого уровня, чтобы у нас было такое единство с Гурудевом. Я хочу когда-то достичь этого состояния, когда мое единство с Гурудевом будет абсолютно, что то, что находится в сердце и в уме Гурудева, оно сразу явится в моем уме и сердце. Как же достичь этого высокого уровня? Это очень важно. И поэтому я говорю очень часто эту шлоку, можно вспомнить. Вот Шринивасачарья написал, тот, кто Рамачандра Кавирадж, Шринивасачарья, и они не отличны друг от друга. Если вы сможете мне показать хотя бы единственный пример такого единства ученика и Гурудева, можете ли вы показать мне, где такое найти? Это невозможно. И вот мы должны развить такое единство с Гуру Падпадмой, и тогда мы достигнем успеха. Я могу привести множество примеров, но времени мало. И вот до тех пор, пока мы не разовьем огромную любовь к лотосным стопам Гуру Падпадмы, до тех пор нет никакого вопроса. Такого чувства. Мы можем что-то делать, но мы хотим чувствовать такое великолепие везде. Большинство людей, они привыкли, что ну, какой-то такой обычный стереотипный баджан, что вставать рано, повторять аник, повторять харинам, но некоторые даже такого обычного графика не могут придерживаться. И вот первое, это очень важно, что мы должны поместить себя в определенные рамки, правила, предписания. И это даже не все могут как-то вести какую-то регулярную
такую жизнь по графику, скажем. Когда наше, когда наше счастье будет равно наше желание, наше сиддханта, наше харикатхан, то, что мы пишем, когда это будет равно Гурупад Падме или Прабхупаде, тогда я почувствую удовлетворение, почему Гуру Вайшнава, они не беспокойны. И в этом и ответ, что они обрели какую-то энергию, ананду, радость, блаженство, поэтому они не беспокойны, как мы с вами. И это зовется подлинной дикши. Мы не можем обрести. Мы можем изучать шастры, шрути, смотрите, пураны, но суть всего этого мы не сможем обрести. Эссенцию, суть. Можем изучать множество шастр, но как понять подлинный смысл? И вот мы хотим говорить о таких великих преданных вечных спутниках Гуранге, Рада Говинде. Когда приходят какие-то дни явления или ухода, мы хотим вспомнить их, чтобы очистить себя. Нет. И вот обсуждение слова Гуру Вайшнавов, нет ничего более благоприятного. И вот очень более практично говорить о славе Гуру Вайшнавов, чтобы обрести бхакти. Зачем мы беспокоимся, бегаем здесь и там, как сумасшедшие? Remember, mean bhakti.